Правильных патриотичных смыслов как можно больше, чтобы поддержать.
исполнитель, альтернативная хореография в номинации шоу-программа, приз зрительских симпатий «Открытие Персити», также женская танцевальная импровизация в номинации «Королева Персити» и специальный приз «Лучший среди равных». Можно поаплодировать этим номинациям. Дорогие друзья, вы можете принять участие в голосовании, да, «Открытие Персити». Сейчас, секундочку, Антон, что такое, слушаю. Мне кажется, мы поторопились с тобой, потому что у нас должно было быть выступление. Чье? Это самое. Где у нас тут? А где у вас тут? Прекрасных парней, уральский акцент! Вот они, старички, хип-хоп, вертниками. Где? Вот они идут, вот они, хорошенькие. Салют, привет! Всем привет! Вот они! Уже дядьки, но не предают традиции, живут хип-хопом всю свою сознательную жизнь. Еще раз ваши аплодисменты! Встречаем наших старичков! Ну что, Грибо, запускай! Ну что, вы рады, что пришли сюда сегодня? Да! Давайте сделаем красиво, подойдем к сцене поближе. Раз, два. Подходим, пока заряжаемся атмосферой. Как можно ближе к сцене, все, кто любит это движение, нам уже... Все знакомые лица, да? Все знакомые лица. Сейчас я напоминаю первый бюджет. Да, и бородатые знакомые лица. Бородатые знакомые лица. Ближе подходим. Пока не бойтесь, перед сценой народ, мы не начнем. Сюда, не бойтесь, мы не кусаемся. Ближе. Ближе подходим, у вас здесь должно быть много народу. Много народу должно быть. Так, там на крышке не прячемся, если сюда идем. Будет припев. Припев будет простой. Персити рулит. Поднимите ваши руки. Все поднимают руки. Кто-то да? Может ноги поднять еще. Ну, парни, которые сидят, могут, да. Завтра раскачаем, он не усохнет от скуки. Попробуем лица наш став и наш стайл. Каждый из нас, как минимум, не подражаем. Поднимите ваши руки. Завтра раскачаем, не усохнет от скуки. Попробуем лица наш став и наш стайл. Каждый из нас, как минимум, не подражаем. Персити, это брейк. Это граффити, это скейт, это BMX, это остальные люди. Это русский рэп, что за живое цепляет. Жизнь наша дума незримо наполняет. Все начиналось в 90-х, мои 17. Это скотчик про любовь, подъезда не было, это жарит. Без строки душу грели, круг руки разбивали. С грязи поднимая, жизнь тупо наполняли. Пусть были не хотите, что в большом скотчике. Тогда ты спина здорово, и сами я не буду. Они мне да нормально, потянет подбивали. Но раз потянет, на еще со мной волку прячьте. Потом от сильной краски лучше тайны бумажки. Зачитывали, делали, не звали и не звали. Что редко в автобусе, наши дело взяли. И что нас не сломало, мы ускоренные привычки. И сутки служба парни, и не встретился электричка. Кто выдвигает из свою кандидату? Установлено все позволяет из воды глубь. Старые годы зашли в обликуту. Как чудо, своих байков не забудут. С уральским акцентом и оппозицию. Положим на мажор, побежим в комбице. Старые годы назвали. Я не продавец в магазине, спец среди них, что так нужно и на лету, и на зиму водил на машине. Я не музыкант, я не слесарь, я не экзамен, строю либо ту не осуждаю ответов. Я не фитнес-тренер, не йога-гуру, в кали-югу не учите жизни. Философствовать не буду. Мой потолок, от нашей своей капитана вынул острый клинок. Я брэд-трейдрок, топ-спэр, термосток. На столе на выстреле, на пиво, красный восток. Будь дождь, молоток, и сами живу зелок. Прихолодили то, что тут как кулон висок. Воин в полот, ступи в воду, удалок. Я хочу свое почет, стер камни в песок. Нас научила улица жить по волчьим законам, а не так. Что единое, страна за мной не мучилась. Фараоны прижимали чаще, а добыча с каждым днем становится слаще. Так поднимешь из закаты и за взаимопонимание. Каждый должен дать меру подражания ближнему. Доверять свою душу, ведь чтобы слышать, нужно просто послать. Сейчас. Так, не
спать косить. Десять минут и поднимите ваши руки. Зал раскачаем, я уходим до скуки. Руки подражаем. Десять минут это брейк. Это граффити, это скейт, это бэмэкс, это остальные. Это русский рэп, что за любое цель. Жизнь за скучка, каждый момент. Это пишите, понял, бокс, понял, бой. Это не бой, не будем покойнее и не бой. Плюс бодрые, понял, на бодрые бойные. Оставлены все переносы, и началась бойня. Последний вопли повешен. Бежи и песня, ты как мяч, все, не сидите. Уже на месте, не сбежать на место. Наша жизнь как грамм, ты потом кивал. И пойди вниз на грамм, этим стал, походу, словом. На своем подъезде, где все на башне, чем. Участники не своей, да, и столько, как по фоке. Это ты смотри, мой. Избранный, так сказать, Кальпа Михаил Бугинов, город Березники. Второе место на шестом версии. И приветствую. И хочу сказать более важную вещь. Держите микрофон ближе к рту и не отпускайте. Всем удачи. Отлично, практически совет от Кальпы. Большое спасибо. Следующий наш судья, участник группы Калибер ненавистые, Скрим Ага Поджару, Дмитрий Вовсовцев, город Березники. В 2007 году скорректировал сонатор, созданный специально для первого Березники. Представляете, 2007 год занял третье место, чем вписал себя в зал славы верниканского рэп-сообщества. Дима, пару слов. Ну что могу сказать, ребята, рэп жив, рэп не умер. И будет жив в этом городе, наверное, много-много лет. Спасибо Антону Марамыгину и всем организаторам. Участникам желаю удачи, победить сильнейший. Браво, спасибо, Дмитрий. Следующий вершитель рэп-студии Емиров 46, Константин Мурин. Первое место на втором версите в составе 46, Черный Бархат. Константин, словечко, пожалуйста. Да, просто, ребята, кайфоните. Конкурс это второстепенное. Просто дайте жары и все. Спасибо большое, спасибо, Константин. Традиционно один участник судейской бригады, включаю его, пожалуйста. Итак, дорогие друзья, давайте спускайтесь все сюда, сейчас будет жарко, сейчас будет самый кач. Номинация «Рэп-исполнитель» начинается, и открывает ее русский стиль. Больше шума! И дождались наконец. Теперь каждый похожий для нас, это враг. Теперь ты можешь нас, но что теперь-то вот. А что будет дальше у нас, а мы потом тебе. Я стала жить, ну и слава богу.
Или продолжит эту нить, не сбивая скелеты, субтитры, интернет и еще много еду в город. Мы продолжим эту нить и забудем умирать. Не хочешь быть как я, тогда вставай поближе, чтобы смог рассказать, что вы не меня услышал, начинала не всерьез, и был еще больше. Мы, конечно, не ТНТ, но почувствуем нашу любовь. Следующий участник, Гарантированная школа, нет.
олдскул течет по венам, с рэпом на отдых. Как он Харди и Веном. Давай, погнали, все. Всем здрасте. Рад видеть всех. Спасибо, что пришли. Спасибо организаторам. Всем студиям. Ну, в случае, что любите, нет вообще. Да, ну, значит, будем качать мы сейчас. Не против, да? Вот так. Особо впечатлительным можно подальше отойти чуть-чуть. Ему всего 16, а он уже собирает полный зал людей на своих концертах.
молодежи достаточно популярен. Так что старички, выдыхайте, мы его не знаем. Недавно вышел его альбом, который набрал более 5000 прослушиваний. Аплодисменты! Да меня за всю жизнь столько людей не слушало, поэтому не слышала даже, поэтому большой респект тебе. У него даже есть свой собственный клип, который, походу, видел он только. Ладно, я немножко пошучу, расскажу на публику, потому что мы в МАТО на 7-м фестивале вертикальной Берсини. Спасибо отделу молодежи вертикальной ФВ. Позвал, кто это? А это у нас молодой парнишка Шокограмма. Все его знают на самом деле. Ваши аплодисменты, давай, поехали, сделайте все. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хом ложатся. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Так много бабло, я на бабло все видят. Деньги им труд не вообще. Ставят все кричат, что мол, без денег много грибать. На моем шее все пока. Все сияет, будто слай, поехал ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слай, поехал ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слай, поехал ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слай, поехал ложатся спать. Все мои огни светят, паки фонари. Я по-прежнему один. Спасибо.
слушай, итак, восставший из пепла Соликамского гетто. Рэп объединяет сайт Крю. Это Вайт Феникс на эту сцену приглашается. Он создает новую реальность, цель которой — это принести здоровые ценности, ценности неба в мир рэпа и тем самым в мир молодежи для лучшего, светлого, сильного, чистого будущего. И во всем этом его прикрывает Бог. Давайте встретим аплодисментами Вайт Феникс. Держи микрофон. Поехали. Всем привет, друзья. Здорово. У меня есть небольшое лирическое вступление. Я хотел поделиться с вами, то есть с чего вообще начался мой посыл. Ну, немножко заставлю вас подумать сегодня, поэтому сейчас такое время, когда надо думать, никак размышлять своей головой больше. И в моей жизни было очень много сложностей, я не избежал каких-то группировочек, каких-то нервозов и зависимости, и спасся я только благодаря Богу, потому что я был в том состоянии отчаяния, безнадёги, которая загоняла меня в петлю, и выход я нашел только обратившись к Богу. Поэтому, если тебе сложно, трудно, не отчаивайся, есть надежда, есть выход. Поехали! В этом мире что-то сломалось. Он уже никогда не будет, как прежде. Причина всего — наша похоть, рождающая грех. Какой путь выберешь ты? Именно ты, именно ты. Именно ты. Ну же покажи мне, где же когда у здравого смысла горят тормоза. Где же когда сгорают наши тормоза. Не паникуй, чтобы системе розовой мазью намазали, громкой совести спалили. Не понадобится микрочип. Новые тренды, новая мода, там где запреты решает банкнота. Все по системе, все по системе, все по системе. Вирус уже в твоих генах, он уже в твоих генах ползет прямо к сердцу. Почему? Почему сегодня норма двигать на ходу и сниматься в порно? Объясни мне, почему сильный мужчина вместо девушки выбирает себе подобного, а? Остановись, выбирай путь, выбери жизнь. Слышишь, а мой души и глаза сгорели, пока не стало поздно, дробь разрез, разрез. Кроме святой, позор мой смыл. Это Бог, это Бог, это Бог мой, я. Он принял, омыл, обогрел, оправдал, простил. Кроме святой, позор мой смыл. Да, это Бог, это Бог, это Бог мой, я. Он принял, омыл, обогрел, оправдал, простил. Кроме святой, позор мой смыл. Это Бог, это Бог, это Бог мой, я. Жизнь закрыта в Боге, не в плотском изобилии. Его живом слове, в искреннем добром деле. Где же теперь твоя жало смешно, широким путем вела сквозь Вавилан. Каждый день шла по бедам шла, по бедам. Приняла, мыла, погрела, продал, простил. Кровь святой, позор мой смыл. Это Бог, это Бог, это Бог мой, я. Иди за ним! Ребят, будет сложно, будет трудно. Знайте, что есть Бог, Он выше всех ваших проблем, сложностей. И Он вашу жизнь изменит. Не закрывайте свое сердце от Него. Большое спасибо, дорогие друзья, ну что, мы продолжаем, нет? Да! Чего? Мы продолжаем! Молодцы, на эту сцену приглашаю следующего участника в номинации «Рэп-исполнитель». Город Березники, Бруно Амадио. Объединение Гуру Хавай, владыка слов и укротитель инструменталов. Вот, бери, пожалуйста, микрофончик, андеграунд, исполнитель в жанре IP-дрилл. Ну, поехали, что тут еще говорить? Я, Бруно Матио, куда байкаем, но... Граффити 7, дайте шуму! О! Везде процесс системы, где для бетонных стратегий для растений. Там опостельные системы, юмары меняют мое настроение. Где ты стареешь, твоя бассейн на лестничной клетке сидений. Сидений на мозге, как темы, ты после семи резинами. Синулей просто пропушить, мау, бери за кошелей. Из тебя сделаю чемодан кожаный. Может еще и останешься тоже, но ничего не сделаешь. Ты положен на трассе,
Все так же стелим, из этого болота надо выбраться на берег. Это
как наверху вулканы, и до котлована каждый сам разбирает на куски остатки грамма через сети обмана. На рассвете рано среди фонарей и фасты, только земля обетована. Берег эти поле, этот город ссорит, один натер лучше другого, разобрали роли, а как знаком от доволи, душу топили в алкоголе, потом закрыли нас за сов и поставили пароли. Ничего не выйдет, попросту слух. Русский гнев своих мечи, да это значит,
Он как ведро времени становится горячее. Так что знаете, очень сложно крыть. И я предлагаю вам ответить желание. Кто же залупается тут под старым пути добрый к столу? Я помогал обычное меню, сейчас пою по-старомодный блюз. Кто же залупается тут под старым пути добрый к столу? Я помогал обычное меню, сейчас пою по-старомодный блюз. Спасибо всем! Вот я всем, я вам 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 всем, я вам
Давайте, давай, поехали, сделайте все. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хомо лжатся. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хомо лжатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хомо лжатся спать. Так много бабла я добывал, все видят. Деньги и вдруг не почти. Да, все кричат, что мол, без денег, но гринбакс на моем. Грязный капон, как асфальт, все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт, все сияет, будто слайм, мои хом ложатся. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт, все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт, все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Светлые огни светят, парки фонари, я по-прежнему один, выдыхаю никак. Да-да-да, я Аладдин, детка, ты мой марафин. Я один тут без тебя скучаю, сколько же вакцин. Нам это любви и спин, не дадут они. Эти люди помешают нам быть одни. Но мы свалим от них среди гор и пучин. Увезу тебя туда, где только звезды дарим. Грустом не бывает, но помимо того, что нас за звезду богатых тачек, моя жизнь как метроном. Но ты где сейчас, родная? Прекраснее, как цветок. И я вижу, ты летаешь прямо под моим окном. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Wanna hit, wanna die, грязный капон, как асфальт. Все сияет, будто слайм, мои хом ложатся спать. Еще программа вам большое спасибо. Молодость это не значит ничего. Вот, пожалуйста. У меня есть просьба к звукорежиссеру. Первый будет движение, а второй будет модами. Остальное больше ничего не будет. Сегодня мы увидели много техничных рэперов. Да, были лиричные рэперы. Андеграунд школу, кто представлял, классно сделали. Я буду отвечать сегодня за музыку. Тот, кто делает круто музыку. Поэтому поехали. Была морская волна, не было боли. Вокруг полотна песка, его пробило. Что-то вроде у меня тысячи фраз, которые она оберегала, ты проникла. В мой поле огня оно возникло. Назад уже нельзя, и все погибло. И как-то в холостую идя, и ты вкусила полную на душу, только губя. Все исчезло, остатки круто и небес. И песни полна радость, я встали за тобой. Тусуем здесь письменно с тобой. Березники, Урал, столица. Березники.
российской натуры. Березники город высокой культуры. Березники Урала столица. Березники влились в наши лица. Здесь живут люди российской натуры. Березники город высокой культуры. Березники джамп, джамп, джамп. Березники джамп, джамп, джамп. Березники джамп, джамп, джамп. Березники плавают. Березники город высокой культуры. Березники хип-хопа столица. Березники глядит с нашей лица. Где живут люди российской натуры. Зарекам город высокой культуры. На-н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 а. Звука нету.
Вы уже видели, что награды на барной стойке. И сейчас для награждения в конкурсе номинации «Королева Бир-Сити» на эту сцену приглашается очаровательная Ксения Марамыгина. Выбегайте, девочки. Выбегайте кто-нибудь. Сертификующий брейк. Все, короче, все, девчонки, это все ваше. Все, забирайте. Так, сейчас я тоже гляну. Это мои. Так, что, главное, да, в этой номинации получается? Королева Бир-Сити получит диадему, диплом, также. Итак, первое место, единственное место, это звание награждается Гильфанова Дарья! Поздравляю! Королева Бир-Сити! Все как положено, диадема, ленточка и ваши аплодисменты! 2022! Все, принимайте! Принимайте новую королеву Бир-Сити в свои ряды! Следующая номинация шоу-программа и для оглашения результатов. Шоу-программа. Сейчас узнаем, кто победил. Шоу-программа. Мое почтение, вы сегодня неотразимо работали. Я хочу сказать, что ваш качественный судейский подход прям скрасил мероприятие. Я так рад вас видеть. Вот как на первом соревновании. Я хочу сказать, что за третье место награждается номер Play Team. Ого! Третье место! Бир-Сити! Фотографируемся! Пошли в историю американского хип-хопа! Все, молодцы. Следующее. Итак, второе место в номинации «Лучшее шоу» программа «Диджей Сет». «Диджей Сет». Небесно номер 2, 7-го хип-хоп-фестиваля. Девочки, вы как меняетесь? Пусть другие дети выходят. Все, молодцы. Ну и первое место становится победителем в номинации «Лучшее шоу программа». Такое ощущение, что я это где-то уже видел. Итак, давай сам озвучь. Break Flow Crew. Отлично! Шоу программа. Спасибо большое, что вы у нас есть. Очень рады будем тебя видеть на следующем мероприятии. Скорее всего, отправим за тобой машину. Все. Все. Но блин. Сейчас у нас номинация, да, это приз зрительских симпатий, можно сказать. Номинация «Открытие Бир-Сити» приглашается для вручения награды главный судья фестиваля Мирослав Волков. Маленькая техническая заминка, еще до сих пор идет. Мы вручим сертификаты участников номинации «Лучший рэп-исполнитель». Окей. Пожалуйста, дорогие наши рэп-исполнители, выходите сюда. Все на нашу импровизированную авансцену. Полина, а тебе помогать кто будет? Антон? Мирослав будет. Мирослав, отличненько. Для вручения сертификатов номинации рэп-исполнитель приглашаются, во-первых, все рэп-исполнители, но вручают их Полина и Мирослав. Ну что, давайте начнем. Бруно Амадио. Йоу. Сертификат участника. Очень хочет. Бум.
Я на уехал, мы отложим, отложим, давайте. Русский стиль. Займа окраин залеганцев. Шапограмма. Гэном Си. Бейс. Вай Феникс. Участник, сертификат участника получает танцевальная студия Union DC, номер Ninja Crew, почему-то не дали им до этого. Да, еще да. Ваш, еще ваш, забирайте. Это шоу-программа, да, Мирослав, я так понимаю? Да-да-да, шоу-программа. Шоу-программа, заберите еще один сертификат. Залетело сюда, да. Они, да-да, уже прибежали. Ну что, у нас есть уже результаты, нету? Что, мы рэп-исполнитель, да, дальше нет, идем? Нет, у нас сейчас будет... Открытие. Они уже здесь стоят все, то есть среди них же мы выбираем... Отлично. Кто стал призером. Вы готовы? Где у нас есть результаты? Да, что, Мирослав? Открытие, да. Открытие, да. Сейчас разыгрываем номинацию «Открытие Бер-Сити». Зрительское голосование. Представляешь, нет, уже не открытие у нас. Спецприз от отдела по делам молодежи. А, тогда, подождите, тогда. Это, знаете, у меня здесь есть описание. Вручение спецприза от организаторов за пропаганду здорового образа жизни, любви к своему отечеству, семейных ценностей. Специальный приз по ценности приравнивается к победителям конкурсных программ фестиваля. Не так все просто. Спецприз вручает Полина Путина, да, один из организаторов этого фестиваля. Да, друзья, прежде чем огласить приз за лучший среди равных, я бы хотела поблагодарить команду Молодежно-культурно-досугового центра. Без них невозможно было осуществить это мероприятие. Естественно, Мирослава, естественно, Антона. Это отцы-основатели. Без их идеи вообще о том, чтобы провести этот фестиваль, ничего бы не было. Серьезно. Давайте им громкие вообще аплодисменты сделаем. Дорогие друзья, сегодня Полина и волонтеры, которые трудились весь вечер. Давайте наградим их аплодисментами. Волонтеры! Я хотела продолжить. Извините, волонтеры, пожалуйста. Наши дорогие, мы их очень любим, они наши самые главные помощники. Ну и, конечно, площадке МАДО большое спасибо. И Верхниками ДБ, сегодня не только Верхниками здесь, кстати, было достаточно много прессы. Мы вас всех очень любим и всегда рады вас видеть. Ну, а приз за здоровый образ жизни... Лучший среди равных вручается White Phoenix. Так, ну что, вы готовы? Да. Еще пару моментов волшебных перед самым сладким. Мы с Мирославом Сергеевичем, как основателем Верхнекамского хип-хоп-фестиваля «Бер-Сити», вручаем благодарность заведующему отделу по делам молодежи управления образования администрации города Березники Полине Апутиной. Это чисто наш подгон от этого самого сообщества рэпа города Березники. Мирослав Сергеевич, подключайтесь поближе для фотографии. Спасибо вам большое. На самом деле большое спасибо отделу по делам молодежи, дворцу молодежи, волонтерам. Они очень сильно помогли в организации мероприятия. Без них бы это было невозможно. И переходим к самому сладкому. Итак. Так. А что у нас сейчас? Лучший рэп-исполнитель? Или. Все верно, продолжайте. Лучший рэп-исполнитель, да, на 7-м Бер-Сити. Сейчас мы узнаем, кто. Кто же это? Давайте, ребята, распределите, кто будет озвучивать, вы уже там сами. А у нас мы благодарственные письма судьям раздали? Нет, еще вроде... Давайте раздадим судьям благодарственные письма, они пару слов скажут участникам, и потом наградим. Все, не проблема, давайте. Я круто, ребята. Ну, вообще это очень странно, потому что второй диплом уходит в руки White Phoenix. Открытие 7-го Бер-Сити Хип-хоп фестиваль. Ну и мы переходим к самому главному, наверное, Мирослав, да?
Давайте, сейчас мы узнаем лучших рэп-исполнителей. Будет награждание, буду озвучивать. Ты будешь сжать руки. Полина будет вручать эти кубики соли. Давайте, чтобы никто не видел, чтобы мы тут стеночки встали. Итак, я хочу сказать, что вот, ну, я не участвую в судействе, я участвую только в организации мероприятия. Хочу сказать, что было много неожиданного. То есть я прямо открыл для себя, по крайней мере, соликамскую сторону рэпа с новой стороны. Благодаря шопограмме Березняковскую тоже. Но соликамский рэп мне, конечно, сегодня сильно порадовал. Итак, номинация «Лучший рэп-исполнитель», диплом за третье место 7-го Берсити награждается Антип. Третье место! Город Соликамск. Очень удивил. Я хочу сказать, Антип, это на самом деле открытие. До этого никто из рэперов, который читал про удаление матки, не получал грамоты. Это так, это же дебют, да, у тебя, Антип? Дебют с дебютом! Это дебют. Очень успешно. Я был удивлен. Брать не буду, если где-то по поводу других ребят я строил планы, но я понимал их, да? Но здесь это было открытие. Это на самом деле... Очень приятно был удивлен. Респект. Итак, второе место. Ган МС. Ган МС. Второе место. 7-й Верхнеканский хип-хоп-фестиваль Берсити. Ну и кто же? Потом. Итак. Вы должны понимать, что эта тройка, которая выигрывает сегодня, они заходят в зал славы Берсити. То есть некое такое сообщество рэперов, верхнекамья, которые будут приглашаться сюда на то, чтобы судить мероприятие, ну и будут оказывать некий тренд в развитии рэпа нашего верхнекамья. Итак, за первое место награждается Бруно Амадио, город Берсити. Скажи, пожалуйста, Бруно, для тебя какой это Берсити? Второе. Первым я вообще не занял никаких призовых мест. Это такой квантовый скачок получился. На первое сразу вы... Я хочу сказать, что в 2019 году он принимал участие и не вошел в тройку. Сегодня он показывает результат, он вырос за это время очень существенно. Это как пример для того, чтобы куда двигаться, чтобы достигать результатов. Огромное вам спасибо. Мы все молодцы, мы все сделали это. Отличненько! Первое место забираем. Ребята, а я хотела бы еще напомнить, что сегодня День народного единства. Это очень важный праздник, и единство — это же не только национальности, но и несмотря на то, что кто-то из вас не получил призовых мест, пожалуйста, поздравьте победителей. И стремитесь на следующий год, я надеюсь, что случится на следующий год, 8-й Берсити, одержать победу. Все, на этом, да? Дорогие друзья, все номинации розданы. 7-й Верхнеканский фестиваль. В общем, как говорится, сами все видели. Вот за моей спиной то самое место, где проходил фестиваль. На самом деле, многие в этом районе недовольны этим местом, потому что здесь, как правило, что-то наподобие рассадника. Вот. Но сегодня здесь поистине было круто, поэтому было тепло, душевно и не как обычно. Лайк, подписка, Александр Митягин, «Эпичные Березняки», радиостанция «Два берега». Всем пока!